Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если ждал новую рубрику. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Четани, и сегодня у нас штурм Лего здания в Брикрикс. Привет всем, господа хорошие! Что ж, давненько мы не снимали данную серию, тут, короче, у нас появилась вот такая вот необычная дрель. Ребята, вы только посмотрите на эту машину для уничтожения абсолютно всего. Охренеть, страшно, страшно, страшно. Не то слово, ебзи. Вы посмотрите, друзья, какая она реально... Какого хрена я умер? Ты под колесом был. Да, она... Блин, я застрял, брат, ты спаси меня, ебзи. Да. Ты куда делся, я тебя спасти хотел так что. Я здесь, брат. В общем, ребятки, она реально очень здоровая, поэтому давайте мы посмотрим, что у нее есть вообще здесь. Вот посмотрите, где я сижу, в шаре. В шаре. В шаре. Вот так вот она делает. Охренеть просто. Я видел, брат? Да-да-да. Вот так она делает. А самое интересное, ребята, что это дрель на двоих. Давай, давай, покажем ребятам, что будет, если, например, эта дрель вот так вот в два рыла просто едет. И поворачивай к зданию. Да, мы сразу его. Ты хочешь, да? Да-да-да, сделаем. Тру-ту-ту-ту, вот так вот штурм будет вообще изичный. Давай не стреляй, да я хоть задрылю ее. Давай, дрели-дрели. И вот так будет происходить сегодня со зданием. Господи, просто насквозь. Ты меня убил? Нет, да. Или я тебя убил? Ты меня убил. Как это произошло? Я не знаю, но дырка конкретная в здании, она падает. Ты мне теперь не нужен, у меня пушки стреляют сами. Все, автоматически, да? Блин, ребят, ну вы сами прекрасно видите, что данная дрель просто способна уничтожать, но самое сложное и самое прикольное не это, а то, что, в принципе, сломать ее довольно-таки сложно. Да-да, господи, минус FPS, брат. Да, это я видел. Ладно, забирай, короче, своего коня. Дрелейного. Я ставлю свой небоскреб и буду сейчас его всячески пытаться защитить. Давай, я уже готов на тебя атаковать. На тебя атаковать? Не надо на меня атаковать. Да, русский классный. Да. Лови, фашист, ракету. О, все. Выехал, Антоха. В общем-то, в атаку. Слушай, ты что такой быстрый? Сейчас в тюрке будет очень плохо. Это бессмертие выключил, а? У меня нету бессмертия. Так я включал только что. Нету у меня. Серьезно? И вот сейчас есть, а вот сейчас нету. Ты что не ломаешься вообще? На тебе в шар твой. А ты как думал? Ты что? Эта махина, она готовилась знаешь сколько времени вообще? Десятилетиями. Ой, кто-то клювик себе сломал. А что клювик? Где клювик, алло? Ну ты так еще страшнее смотришься. На тарантула похож какого-то. Сверху, обалдеть. Слышь, здание не ломай мне, дверь запили. Да-да. Окно поставь, пластиковое желательно. Ладно, мы сейчас разгонимся, подожди ты, не торопись. Ты что мне башню даже отстрелил? Господи, а? Ребята, смотрите, я стреляю в колеса. О, так они, колесо отлетело, да ладно. Одно, да. Второе, вот. Алло, наконец-то. Ты что творишь? Уязвимые места, я думал, что это вообще бесполезно. Ты в курсе, что ты зря это сделал сейчас, нет? Я в курсе, что ты тараном идешь, и надо тебе вот лапки-то отломать. Да надо тебя просто ломать тогда. Господи, я сейчас умру. Я тебя хотел простить. Что ты делаешь? Тараню, ёпси. Не совокупляйся с моим домом. Тарантул. Мне же надо что-то делать, ты мне колеса отстреливаешь. Слушай, это сложно. Это очень сложно. Я не знаю, какая там читерская броня, но... Колеса прям, не знаю, то отлетают, то не отлетают. Я не понимаю, как это работает. Я пытаюсь уже сбоку зайти, короче. О, да господи, неплохо. господи, что там происходит вообще? Он пытается, он, короче, фигарит твое здание, оно сейчас упадет. Да! Ребят, вы видели этого читера, да? Да. Господи, успокойся, шайтан! Господи, что происходит? Сейчас он тебя еще задавит, смотри. Господи, куда я улетел? Ура! Мы победили! Что это было вообще? Почему я на крыше оказался? Ты у меня только что дергался со всей дури, летал, как не знаю, как ненормальный, просто кому-то не из мира сего. И ты на здание крышу попал, взорвался и сломал дом, падла. Да ладно, ну это вообще дичь, смотри, здание еще упало, короче. Я вообще где? Я вообще на сидушке сижу, знаешь где? За зданием где-то. Не знаю, я тебя не вижу. За первым зданием вот зайти, смотри. Себя только вижу, тебя не вижу. Я уже не там. Уже не там. Я говорю, тебя порвало просто на кусочки антиматерии. Вот смотри, сейчас увидишь меня, смотри, я вот бегу. Вот он. Да, вижу. Смотри. Да, вижу. Вот здесь я сидел. Лол. Охеренно вообще просто.
Вот так вот. Это на всякий, чтобы ты больше не восстановил свою дрель. А, ты меня типа убил, что ли? Ну, ты и сам умер, как бы, но это да. Это контроль. А я тебя убью, понял. Это проверка наверняка. Чё ты бычишься? Чё ты бычишься? На, ух ты, нихера себе. Блин, ребятки, ну реально здание-то мы положили красиво. Смотри, какую я эту поднял палку. Господи, она меня чуть не убила, прикинь. Да. Господи. Ты зарядкой занимаешься, алё, дядя. Че, человек-стена? Блин, господи, а что со мной? Ты на меня посмотри тоже. Слушай, мы строителями можем быть. Я и думаю, что я стопорюсь постоянно. Господи, а где? Улетела в космос твоя стена. Да, да. Вон она летит, смотри. Ну-ка, на меня. Бам! Она реально тебя придавила. Блин, ребят, ну это угарно. Короче, делаем сейчас второй повторный заезд. Я буду на дрели, но Антоха будет дрелиться. Да. Погнали. А, ну что ж, ребят, у нас второй заезд. Я теперь в этой мощной дрели. И самое главное, успеть, короче, можно перепрыгнуть. Ты перепрыгивай, да не запрыгайся там, алло, дядя. А тут еще пушки поднимаются все, я понял. Короче, ладно, сначала будем пытаться дрелить, потом если что, расколошматим его с пушек. Давай, посмотрим, что ты сможешь сделать нам. Ты понял, да, насколько она мощная? Я-то понял, но я знаю, где твое уязвимое место. Входит и выходит. Так, я понял. Так, у нас еще два зубика осталось, между прочим. Алло, дядя, а тебя что, не убить, что ли, там? Нет. Внутри убить нереально. Окей. Ну, по крайней мере, у меня это не получалось. Я кое-как... Тогда отхерачим тебе колесики. А как ты отстрелил сразу передние? Я тебе только задние мог отстрелить. Надо уметь. Так, тихо, дядя. Что? Это Джон Сина! Господи, боже мой. Господи, ты понимаешь, он просто отпрыгнул, отслоился от моего этого тарана. Ты что-то прикопался к этому и сразу начал валить меня зачем-то. Да не-не-не, он просто отпрыгнул. Ну-ка, давай восстанови-ка здание. Чё-то я не понял, ты чё? Ты чё, бессмертный, что ли? Лик сюда. Где ты? Подожди, мне надо ровно его поставить как-то. Блин. Ставь как хочешь, тебе это не спасет. Да, конечно. Тебе просто повезло, я в тебя еще толком-то и не стрелял даже. Ой, начинается, алло. Свинцовый дождь! Я тебя застрелю эту херню все. Охренеть, это так охеренно смотрится, если честно, сдалека. Я за тебя пулемет твоя отстрелю. Ты уже убил меня. Ты на здание свое посмотри. Я тебя убил? Да. Да ладно, с такого расстояния? Так ты просто попал тупо в этот шар. Вот. Тупо профессионал. Ты посмотри на свое здание, тупо профессионал. Я вижу. Ну я же защитил здание-то. Где я вообще? Я же классный парень. А ты улетел, слушай. Алло, дядя. А че я под землей был? А че я опять под землей? Я не знаю, но я тебя просто угандосил. Давай тараном добивать тараном. Так я этот, я сажусь не я, и как будто я сажусь не за руль, а в космосе где-то. Что происходит? Видишь, тебя просто от базуки контузило. Я ничего с ней сделать не могу, я понял. Ее надо ликвидировать и достать новую. Ура, я вернулся с того света просто, из белой пелены непонятной. О, привет, Юка. Здорово, короче, у тебя там нихера не осталось. Блин, у него просто мощное орудие. Я, кстати, не знаю, как боковые стреляют еще. А, там на боковых на каждом отдельная сидушка. Ты куда так разогнался, алло, дядь? Я сейчас развернусь. Ох ты, колес сколько потерял, а? Да. Ты видал? Вот это я понимаю. Просто они так красиво разлетелись прям. Да еб твою мать. На, я тебе еще в одно колесо попал. Попасть-то попал, но слава богу, что ничего эпичного, ничего сложного, ничего страшного. Так, разгоняемся, теперь, короче, все. Дрелить, на. Не задрелить. Еще одно отпало. Ну да. На. Дядя, ты куда? Тук-тук, дядька. Сосед, дверь открой. О! Дядька, пошел ты нахер, алло. Я, короче, на себе его тащу, ты посмотри. Господи, куда он полетел? Где здание? Где я вообще? Где здание? Где я лечу? Просто небеса одни, господи. А у меня верхушка здания, короче, просто исчезла, испарилась. Да ладно тебе. Вместе с тобой. Чего? Охереть.
Так это же не все здание. А где здание-то, алё? Да вон сзади еще здание. Господи, what the fuck? Что там, стреляешь еще до сих пор? Да. Кстати, ну смотри, он по деталюшкам ездит, вообще ему как бы пофигу. О нет, не надо, босс! Беги, беги, Антоха! Просто как будто и не было Антохи. Не, кстати, ну здание он просто так не ломает никакие. То есть в этом плане довольно-таки сложно все. Господи. Клоп мелкий. Слушай, даже если в колесо стреляешь, оно не с первого раза это... Да не, я на бессмертие был. Ну там как попадешь, а так-то да. Оно не с первого раза улетает. Я не знаю, как он сделал это, но это эпично. О, залез, залез. Ну-ка, давай, садись. Мочи город! Тра-та-та-та-та! Тра-та-та-та! Тра-та-та! Охренеть просто. Когда слишком долго хотел в туалет. Да-да-да. Конкретно поливает, смотри. Просто устраиваем вахханалию, ребятки. Да-да-да-да, за считанные секунды уничтожения полное города просто. Я надеюсь, вы уже лайкосы там лепили нам. Если нет, то мы едем в ваш город. Все, небоскребы уже полетели, второй полетел. Все, хорош вообще. Вот это я понимаю, машина для убийства. Ну да, это жестко, конечно. Слушай, я думаю, надо погоню снять с этой херней обязательно. Да, ребятки, пишите ваши комментарии, как вы думаете. Ну а мы, в общем-то, будем с вами прощаться, потому что ну, здесь уже все понятно. Здесь уже расхерачили весь город. Да-да-да. С тебя лайкос, и дальше мы едем в твой город. Это как реклама Тайда. Да, реклама только не Тайда, а дрели ездят. Вы еще стираете белым, тогда мы едем к вам. Вы еще не надоели соседу, тогда он едет к вам. Да-да-да. Ладно, ребята, спасибо за просмотр. Не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал. С вами был Юрыч и Энтони. Всем пока-пока. Пока-пока, ребята.